Ну, я думаю, скорее всего, машинку где-то здесь сейчас кинем. Потом посмотрим, или не вернемся, все. Так, они... На 110 примерно. Танк, нет, техника. Танк. Наш. Так, бинокль тебе. Бери. Ну, в принципе, можем туда сейчас зайти. Танк работает. Ну, потихонечку, без машинки, пешочку. Че, пошли? Идем. Вижу пушку. Вот она подняла сейчас. Там сидит фриц. Ага, сейчас попробую. Фриц лез с пушки и побежал в укрытие. Вижу. Может, поближе подберемся или нас могут спалить? Да давай поближе сейчас. Так, надо сразу с местностью сравнить сейчас, подожди. Ну, мы, в принципе, можем сейчас на юго-восток пройти вдоль дорожки и с угла зайти южного этой зоны. Получается, как почти обойти, да, Ир? Ну, вот так, да, как я нарисовал. Там Фрейд смотрит на меня через закрытие, он вроде засек. Или нет? Нет. Он в бункере сидит. Их там двое. А чё не стреляют туда? А чё им стрелять-то далеко? Назад отойдем. Вот это стрелили прямо. Всё, пошли. Что технику? Здесь не кожа. Нет, огонь под огнем. Откуда со 120, со 130 бьют? С окопа. Ты залег? Что? Ты залег? Ну я подползаю к там за укрытие. Понял. Там то ли по нам свой работает, то ли враг, не знаю. Хотя там пересечение дороги, в принципе, может и враг. Живой?
Там же. Там же, у танка. Блин, подбежать или подползти уже? Да лучше добеги. Как вылечиться? А, правая кнопка обски рядом с Windows. На нее нажимаешь. Там лечиться и про меня. Вкалывается морфин. Лучше повязку навожу, но я тебе сейчас накладываю. Во-во-во-во. Во. Все, спасибо. Так, где-то здесь на фланге стреляет сейчас. Я его следил, ты потерял сознание, я перестал. О, вот она, зараза. Прям в жбан ему. Это вот он, скорее всего, накрыл. Че, он 200 уже? Ну, я не знаю, он упал. Сейчас посмотрим, если он начнется. Можем, конечно, пойти побежать, пока он там кто-то 10-й, мы уже там окажемся. Можем, в принципе, рвануть. Или подождать. Он в бункере досидел. Он вот бункер у нас здесь вот. На 50. И слева от бункера. Левый бункер на 50. Слева от него в окопе башка торчала. Я им прям садил туда. Ну, сейчас ждем, короче, потому что неизвестно. Хотя можно пойти, он навряд ли начнется. Сейчас перезаряжусь, рванем. Че, готов? Да. Пошли. На шопот переключись, контртап. На что переключиться? На шопот, контру, тап. Понял. Сейчас откались, морфин, у меня боль. Шепотом можно через такую, да? Или через рацию говорить? Шепот, чтобы в рацию, когда говорю, тебя не слышно. То есть они справа, значит, да? Да, блин. Где? Я пойду чуть-чуть справа, чтобы если тебя снимут, я бы в тыл зашел. Давай, давай, давай. Давай, давай. Гранаты кидают. Тут Фриц жив, он ушел отсюда. Его нет, кровь есть, его нет. Ты жив? Я не пойму, как можешь мне стрелять. Я только стрельнул и R нажимать, или просто стрельнул и дальше стрелять? Да, само стреляет. Это когда у тебя закончится, там вся обойма. 6 там или сколько их? А
Фриц, прям.